Быть или не быть Каталонии независимой. Несмотря на референдумы и громкие заявления, статус одного из самых богатых регионов Испании так и не определен. Центральная власть еще накануне заявила о распуске каталонского правительства, но уже завтра там на внеочередное заседание собирается парламент. Поддержать местную власть на улице снова вышли тысячи людей. Все подробности в следующем материале. Тысячи людей на улицах Барселоны. Каталонию еще со вчера захлестнули новые протесты. Жители снова вышли отстаивать независимость, которую местная власть до сих пор не провозгласила. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, не дождавшись четкого ответа, еще накануне попросил каталонские власти вернуться в правовое русло. Иначе Мадрид возьмет регион под свой контроль, руководствуясь 155-й статьей Конституции. Мы отстраним от власти главу правительства Каталонии, всех его заместителей и консультантов. Их функции возьмут на себя органы, созданные центральной властью страны. Такой ультиматум пришелся не всем по душе и вывел на улицы тысячи людей в Каталонии. Они требовали от местной власти как можно быстрее провозгласить независимость. Уже поздно вечером каталонский лидер обратился к народу, но о независимости ни слова. Вместо этого выдвинул свой ультиматум Мадриду, мол, никаких условий не потерпит. Ни каталонские власти, ни сами каталонцы не потерпят подобных ударов. Уничтожить каталонское правительство, как это представила центральная власть, и отстранить от публичных медиа, это противоречит всем демократическим принципам и выходит за рамки закона. Пучдемон также обратился к ЕС, мол, европейские ценности в Каталонии оказались под угрозой. Брюссель пока не отреагировал на заявление каталонского лидера. Ранее там не признали референдум о независимости и призывали одуматься. Мадрид, в свою очередь, обратился к Барселоне. Так была ли в регионе провозглашена независимость? Но четкого ответа не услышал. В итоге центральная власть объявила о распуске каталонского правительства. Теперь Барселона обещает провозгласить независимость в понедельник, 23 октября. У Пучдемона есть несколько вариантов. Провозгласить независимость, как он обещал, но это только усугубит ситуацию. Еще есть возможность заключить пакт с центральной властью, но здесь тоже возникнут сложности. Мадрид не станет выполнять то, что хочет каталонская власть. На завтра лидер каталонского правительства созывает заседание парламента, чтобы обсудить ситуацию и наметить дальнейшие шаги. Будет ли провозглашена независимость региона, Пучдемон не уточнил. В свою очередь Мадрид просит каталонцев игнорировать любые решения местной власти и готовиться к передаче полномочий органам, подконтрольным Испании. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.